Ветераны, уважаемые белевцы, сегодня у нас очень торжественное мероприятие в год 70-летия Победы, накануне дня памятного дня начала контрнаступления советских войск под Москвой. Белев – первый город в Тульской области, который удостоен этого высокого звания города воинской доблести. И действительно, вся история Белева – это история очень мужественных, простых людей, которые отстаивали и защищали свой город. 31 декабря 1941 года город был освобожден от немецких оккупантов советскими войсками, но на территории района война шла еще полтора года, до июля 1943 года. И, конечно, город все время был боевым городом. Город сражающийся, который все время находился на, что называется, на передовой. И действительно, одни из самых крупных потерь, которые понесли советские войска во время Второй мировой войны на Тульской области, это как раз наша Белевская и Суворовская земля. И вы знаете, что мы представляли город Белев как город воинской славы. У нас в соответствии с указом президента 45 городов в России получили это высокое звание. Нам не хватило одного голоса, чтобы тогда тоже попасть в последнюю пятерку, потому что это действительно была замыкающая уже пятерка. И именно тогда, встречаясь с ветеранами, мы обсудили, что очень важно, чтобы история города, город, который во многом определил саму уже военную историю не только своего района, но и в целом области и в целом, наверное, всей контрнаступательной операции под Москвой. И мы тогда вот приняли решение, что нужно такой законопроект разработать. Я поздравляю вас всех с тем, что именно Белеву присвоено это высокое звание города воинской доблести. Уверен, что память о тех людях, которые защищали наш город, эта память наши дети будут нести в своих сердцах и дальше. У нас, к сожалению, всего 15 ветеранов Великой Отечественной войны осталось. Те, кто проживает в Белеве, вот с нами сегодня. Даже не все смогли прийти, уже люди в возрасте. Поэтому, мне кажется, очень здорово будет, если каждый вспомнит о тех людях, которые защищали нашу великую родину, о членах семьи. Нужно начать всегда с малого. О своей семье, о своей малой родине, о том районе, городе, поселке, где ты родился. И мы сегодня начали очень хорошую инициативу по созданию книги памяти всех туликов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, тружеников тыла и узников концлагерей. Поэтому прошу вас тоже, найдите фотографии, дайте нам историю, биографию своих родственников. Это мы делаем Тульскую книгу памяти, чтобы каждый мог прийти и своего родственника увидеть в этой книге. Она будет как в электронном виде, так и, соответственно, мы сделаем ее и в бумажном виде. Поэтому, уважаемые белевцы, я поздравляю вас с тем, что именно городу Белев присвоено звание «Город воинской доблести» под номером 1. Для получения свидетельства приглашается глава муниципального образования Белевский район Сергей Иванович Плюханов.